треноги. Вымой руки. Надень повязку. Что? Это к нему. Кто? Феи. Кто? Феи. Феи. Пусть вытрут ноги. Тюльпина, фея. Гиацинта, фея. Лилиана, то же самое, фея. Захаров, Николай Николаевич, служащий. Моя жена, Ляля. Наш мальчик. Браво, браво. Браво, браво. Браво, 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 браво. Две капли воды, мама. Две капли воды, папа. И папа, и мама, четыре капли воды. А мы кое-что принесли вашему малышу. Волшебный клубок. Он приведет вашего мальчика к дверям счастья. Ах, дверям счастья. Слышишь, глупыш? Этот шарик приведет тебя к дверям счастья. Попрошу всех к столу. За прелестных фей. Нет, нет, за маленькую. За маленькую. За маленькую. За маленькую. Какой волшебный напиток. Давайте споем. Давайте, 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 споем вот своем. У Божьей, у коровки родились ребята, а называются они Божьи телята. У медведей медвежата, а куриные ребята называются цыплята. Тумба-тумба-тумба-тара, тумба-тумба-тумба-тара. Арчи хочет головастик поскорее вырасти. Настоящей жабой стать, жить в грязи и сырости. Тумба-тумба-тумба-тара, тумба-тумба-тумба-тара. Как красиво! Да, но уже не модно. А вот это модно. Но не очень красиво. Он играет счастьем нашего ребенка.
Чиновник, поздравляю. Здравствуйте, красавица. Папа, это феи? Очень приятно. Туляков Семен Прохорович, слесарь в отставке. А вы, значит, феи. Замужние. Девицы, значит. Семен Прохорович. Да погоди, чиновник. Я внуку подарок принес. Вот, клещи, кусачки. Их еще мой прадед своими руками выковал. Вечная вещь. Папа. А вот молоточек. Такого в магазине не купишь. Пилка-ножовочка. Тесочки слесарные. Дрелька. И сверлышки к ней, плоскогубцы, распилек. Эх, хороша вещица. Папочка, но зачем вы всю эту гадость притащили? Гадость? Это не гадость, матушка, а рабочий инструмент. С ним и дед мой, и прадед трудились, росли и выходили в люди высокой квалификации. Ах, папочка, нашему мальчику ничего этого не нужно. Почему не нужно? Этот мальчик будет расти не по дням, а по часам. А когда ему исполнится 6 лет, он выйдет в чисто поле и скажет: лети клубок, как голубок, но только прямо, а не вбок. И этот клубок приведет его к дверям счастья. И не придется ему ни учиться и не трудиться. Вот вы, значит, растить собираетесь. Бездельника не позволю. А! Он хочет выбросить в окошко счастье нашего мальчика. Коля, феечки миленькие, остановите его, удержите, удержите! Не позволю! Не допущу! Не допу... Знаете, ваш папочка очень трудно поддается волшебству. А теперь сверните его в трубочку и отнесите на квартиру.
история. Понимаю, голубчики. Все понимаю. Только вы меня не жалеете. Скрутили старика в трубочку, а он все равно выкрутился. Я, голубчики вы мои, за внука беспокоюсь. Погубят его глупые родители. Надо мне к академику Петру Арестовичу Волшебникову сходить и с ним посоветоваться. Опять мой автомат испортился. Ну что ж, поглядим. Вот. Винтик у него из головы вылетел. Готово? Постройте экскаватор и быстро роет котлован. А там внутри сидит новатор Бобров Васильевич Иван. Скажи на милость, зачем ты эту машину изобрел? Как зачем? Она стихи сочиняет. Бобров Васильевич Иван. Правильно, сочиняет. Да уж больно дрянные. Пилоты хорошо, что дрянные. Мой автомат призван решить благороднейшую задачу. Избавить тысячи рифмоплетов от бессмысленного никому не нужного труда. Умный ты человек, Петр Арестович. Вот поэтому я к тебе и пришел посоветоваться. А что такое? Внуку моему феи подарочек принесли. Так. А что за подарок? Клубок счастья, Петр Арестович. Так прекрасно. А я, Петр Арестович, опасаюсь. Чего? Счастье-то готовенькое.
Все понятно. Минуточку. Ее жалеешь, а у меня внук. Спроси ты своих железных умников, можно ли человеку с малых лет обещать готовое счастье? И что из такого человека получится? Лодырь, бездельник, лентяй. Что ж ты хочешь добавить, малютка? Я хочу добавить балбеса. Правильно, малютка, правильно, молодец, молодец. Ну, как, Прохорыч, теперь тебе все ясно? Все. Мальчишку готовенькому счастью не допущу. Чей грубый ум, чья черствая душа осмелятся на злое самовластие и вырвут из ручонок малыша волшебницы дарованное счастье. Скажи, пожалуйста, почти настоящие стихи. А ведь это ты его так хорошо отрегулировал. Отрегулировал на свою голову. Совсем меня с панталыку сбила твоя механика. Вот бы самому пойти да проверить, что это там за счастье такое. Ах, вот что. Погоди, погоди, погоди. А ты в руках этот клубок держал? Держал. В таком случае... Этого вполне достаточно, чтобы синтетическим путем воссоздать весь клубок. Будешь стоять у дверей счастья. Страна счастья. Клубочек имеете? Имеем. Проходите. Слякотно тут.
у вас? Что же вы хотите? Кисель. А речка молочная. Как полагается. А где у вас тут детишки помещаются? Вот вам счастливые детишки школьного возраста. Летние каникулы, осенние каникулы и зимние каникулы. Опять же, весенние каникулы. Все время каникулы? Все время. А зачем им тогда школа? А какие же каникулы без школы? Выпускной бал. Во время сна демонстрируются художественные полнометражные сновидения. Домашние животные для полноты счастья. Фу ты! Стойте! Стойте! Куда ты? Стой! Держи его! Это вовсе не мое счастье.
Скажи, малютка, сколько будет 5 × 5? 25. А кто основал Москву? Юрий Долгорукий. А куда впадает Волга? Каспийское море. Что с тобой, Прохорыч? И почему от тебя пахнет так простоквашей? Беда. Беда, Петр Орештович. Беда. Беда. Спасать внука надо. Спасать, спасать. Ну, спасем, спасем. Да не успеем. Мальчишка-то растет не по дням, а по часам. Мы отправим ее в страну счастья. Старухи примут ее за свою, она повесит мой замочек и закроет это счастливое заведение навсегда. Таким образом, мы двинем против волшебства науку, а? Понятно? Понятно. Но пока мы тут рассуждаем, мальчишка-то растет, растет, растет! Thank you.
Вот, пропустите. Не видишь? Заперто. Заперто? Заперто, заперто. А что же мне теперь делать? Вступайте в царство быстрых подвигов и легких побед. Там, если заслужишь, золотой ключик получишь. Он все двери открывает. А где же это царство помещается? Вон там, направо, за углом. Царство быстрых подвигов и легких побед. Пустите меня, пожалуйста. Пропустите. Пропустите! Не поними. А теперь? Поними? Теперь поними. Но одна я ничего не решаю. Решают все головы вместе. Ты, мальчик, пропусти. А мы посовещаемся, пускать тебя и не пускать. Уважаемые головы, на повестке дня один вопрос. Пускать мальчика или не пускать? Я полагаю, что вопрос следует ставить шире, о мальчиках в целом. Почему в целом? Потому что один мальчик погоды не делает. Сколько мальчиков делают погоду? Почему вы говорите только о мальчиках? Девочки тоже делают погоду. Я полагаю... Ну что же разговоры о погоде, когда перед нами стоит серьезный вопрос, пускать или не пускать? Быстрый подвиг номер один! Быстрый подвиг номер один! Быстрый подвиг номер один! Бездонная пропасть! Кто захочет, перескочит! Кто захочет, перескочит! Кто захочет... Хочу! Быстрый подвиг номер два, номер два, номер два. Отвесная скала. Желание есть, можешь залезть. Желание есть, можешь залезть. Желание есть? Есть! По-моему, ясен. Предлагаю резолюцию. Мальчика не пускать. Правильно. Неправильно. Можно? Синий, стань поосторожней. Прошу прощения. Я волнуюсь и говорю с огнем. К тому же, я голова дракона, а не дохлая лягушка. Я, батюшка, тоже не дохлая лягушка. Осторожней с огнем. Правильно. Ну, правильно. Быстрый подвиг номер семь. Номер семь. Стадо бешеных слонов. Нет ружья? Нету. Ну что ж, не важно, все равно, стреляй отважно.
Он тебя научит. Дяденька, а дедушка? Дедушка. Чего тебе, внучек? Научите меня ключи делать. Можно. Сначала берут с верстачной доски металлический пруд и зажимают в тиски. И один из кусков, что торчит из тисков, назовем заготовкой и отпилим ножовкой. Ничего не утаили. Все секреты откроют. Воротку припаиваем медным припоем. И, как полагается, с другого конца ключ загибается в виде кольца. Смотрите, вот он. Ключ перед вами, мною сработан, моими руками. Дедушка, можно я попробую? Попробуй, внучек. Сначала беру с верстачной доски. Металлический пруд и зажимаю. Без привычки. Вот, возьми молоток. Да ты его за горло хватаешь. Вот он и не дается. А нужно вот так. Возьми плоскогубцы. А ты рукавчики засучи. Инструмент не любит, когда за работу спустя рукава берутся. Сначала берут. Берут. Что делать будешь? Как полагается, с другого конца ключ загибается в виде... Кольцо! Припаять нельзя? Нельзя. Сначала берут с верстачной доски металлический пруд и зажимаю. Наша берет. Мальчишка-то, оказывается, их, я тебе дам, старается. Это очень хорошо. А ты что, невеселый? Поэтический автомат пропал. Неужели стихоплета украли? Кому он нужен? Просто вообразил себя настоящим поэтом и ушел. Понятно. На людей посмотреть. Нет, только себя показать. Где же его теперь... искать.
от зависти злобной враги говорят, что я не поэт, а простой автомат. Напрасно клевещут злодеи, машина не может кудрями трясти. Машина питание берет от сети, поэт от сухой батареи. Гениально! Ты поэт, и я поэт. Выпьем! А детские стишки ты можешь сочинять? У меня дружок в редакции. Вместо Петя в автобусе уступил свое бабусе. Так не надо поступать все бабусям. Все бабусям. Уступать. Пушкин. Гений! Давай работать вместе. Ты будешь сочинять, а я в редакции бегать. Из цикла «Раздумья». Гений. Этот мой. А этого уведите. Уведите. Объясни ему, малютка. Стыдно. Не твое дело. Очень стыдно. Отстань. Ах, бедняжка. Значит, мне опять в чистое поле идти. Как знаешь. До свидания, дедушка. До свидания. До свидания. До свидания, внучек. Ну, ладно. Ты что? Клубок забыл. Эхе-хе. Клубок. Семён Прохорович! А у меня внук ушел. Что с ней? Сломалась. Скажи, малютка, сколько будет 5×5? Каспийское море. 5×5. Пятью пять. Ну вот, видишь? С глазами. Ничего не вижу. Дедушка.
попробую. Скажи, пожалуйста, вернулся. Значит, наша взяла. Ну как? Возьмешь ученики? Посмотрим, посмотрим. Готово. Сколько будет пятью пять? Два, двадцать пять. А кто основал Москву? Юрий Долгорукий. Ура! Ура! Моя маленькая фея. А теперь скажи, что такое счастье? Счастье это... Брось шалить. Брось. Подумай и отмечай. Счастье это... Ах, вот ты где! Вот ты где! Счастье это... Когда человек много знает, много умеет, и все это отдает людям. И все это отдает людям. Да-да, отдает людям.